Осталась только отделка. В Новоульяновске готовится к сдаче новый дом. Большинство квартир, в котором займут переселенцы из ветхого жилья. Когда новоселье, узнала Элла Шахова. Вера Гурьянова – одна из будущих жителей этого многоквартирного дома на Волжской улице. Здание, из которого она должна переехать, сюда признано аварийным еще 5 лет назад. Там и перекрытия деревянные, подвалы все, ну уже все, крыша менялась, это все без толку. Там все уже, ну 60 лет, есть 60 лет. И поэтому мы с нетерпением ждем переселения. Строительство этого дома началось летом прошлого года. Все основные работы уже завершены. В квартирах идет отделка. Завершаем благоустройство. Все инженерные коммуникации полностью в 100% объеме завершены. Ну, единственный газопровод еще чуть-чуть надо закончить. Но вы сами видите, они сейчас последние точки подключают. Сегодня закончат и, я думаю, завтра закончат краску. Большинство квартир здесь займут люди из 10 аварийных домов Новоульяновска. Новые квадратные метры им предоставят в соответствии с метражом прежней жилплощади. Планируем мы, конечно, я планирую, потому что кухня – это все-таки хозяйская, хозяйки дело, поэтому я планирую здесь столик, стульчики, здесь, возможно, будет холодильничек, ну, здесь гарнитур, и я думаю, что будет кухня изумительная, жилье изумительное, дом вообще сказка, сказка. Совсем скоро во дворе появится зона отдыха для взрослых и игровая площадка для детей. Новоселье здесь планируют отметить в сентябре. Элла Шахова, Антон Дурнов, Вести Ульяновск из Новоульяновска.